каждой роли есть определенная черта характера, которая мне свойственна у героя. То есть здесь есть определенная там не любовь, здесь наоборот любовь, здесь страсть, здесь зависть, здесь... Все эти качества, они присущи каждому человеку, и в каждом герое раскрывается какая-то определенная черта моего характера. Поэтому как-то выделить какую-то одну не могу пока. Каждый персонаж все равно это немножко не я, а в некоторых персонажах совсем не. Поэтому вот в этом плане, конечно, пока сложно себя ассоциировать с каким-то персонажем конкретно. Конечно, нравятся больше комедийные роли, нравятся, но их невероятно сложно сыграть. Ведь намного проще человека заставить плакать, чем по-настоящему заставить смеяться. И это должна быть какая-то такая внутренняя сила характера, которая может позволить тебе, ведь ты, ну, ничего такого уж сверхъестественного не делаешь на сцене. И вдруг люди, глядя на тебя, начинают смеяться по-настоящему, им хорошо, у них позитив на душе. Вот это невероятно сложно, но я бы хотел достичь такого мастерства, чтобы стать вот, ну, таким, в хорошем смысле, комедийным артистом. И если люди хоть на долю секунды начинают мне верить, значит, это искренне. Потому что все то, что мы делаем на сцене, плачем, смеемся, мы действительно делаем искренне. Это, знаете, как раньше некоторые думали зрители, что актеры набирают чеснок, да, натирают глаза, и в какой-то момент, когда поворачиваются, они плачут, потому что нанюхались чеснока там и чего-то. Нет, на самом деле все это происходит абсолютно естественно, потому что мы на самом деле проживаем то, что мы пытаемся донести до зрителя. Если ты не переживаешь сам внутри, как человек, как артист, то тебе не будет сопереживать зритель.